Ah, também pegou uma música da casa. Ó. Здрасте. А что это за хинкали? Они глиной. На неглинке? Да. Мы после Тбилиси туда завалились в пьяном угаре, и вот она там была. Тоже в пьяном угаре? Ну, походу, да, не трезвенькая. По знаку зодиака я тварь. Редкостная. Ничего подобного. Так вот, нет, ничего не ношу перед сушкой. Объем держится недолго в первый день. Хотела вам рассказать такую познавательную историю о том, как делать не надо. В том году, перед Новым годом, я покупаю маме подарок в виде сережки с камушками и крестик с камушками. Вот. Очень долго ходила, смотрела набор себе. Ходила. Ну, в общем, да. И в итоге решаю. Тоже зависла, не могу понять. Он тянет на несколько минут и выбивает. В итоге я... Уже думаю, ну ладно, ну сколько можно, всем все делаю. Я что, зря зарабатываю столько это? Думаю, ладно, покупаю себе серьги и кольцо. Вот. Ну и все прекрасно, как бы вы их наблюдали, мои пусеты, все это время. А тут, что я их сняла? Ну что, какие-то украшения надевала. Вот, и позавчера я решила, что надо их почистить, а то они уже забились этой пудрой, тональным. Беру эти сережки перед выходом из дома, иду к раковине и сама про себя думаю, блядь, только не этот, не вырони их. Ну, как вы думаете? Дальше надо рассказывать историю? Как одна сережка оказалась в раковине. Не сняла? Прикалываешься, что ли? У меня все в стенах, в плитках. Мама в этот момент курила, заходит, а я стою. Причем... Джем, я не знала, что у меня блины. Я из дома ушла в 8 утра. И вообще ты худеешь, какие тебе блины? И я вот так вот стою, ну это такой зависла, просто зависла. Мама заходит, что случилось? Да, мама курит, представляете? Потому что тебе нельзя. Вот. Я говорю, мам, да я тут сережки решила почистить. Я говорю, ну дальше, я думаю, продолжать не стоит. На самом деле так обидно стало. Но значит, пусть лучше так. Забрали, как говорят, ну, забрали, пусть забирают деньгами или так чем-то, чем здоровьем. Значит, так надо было. Ну, в общем, что, у меня теперь нету сережек. Вот. И снова Новый год, и снова надо подарок себе делать. Ну да, говорят, лучше деньгами. Будут лучше, дай бог, пупсик. Твои слова, да богу, в уши. Да у меня не нормализовался сон.
Да. Как так? Мама курит. Ага. Нет, я не расстраиваюсь. Вообще не расстраиваюсь. Ну, как неприятно было. Ну, немножечко в тот момент. Ну, как не то, что даже неприятно, а то, что я их так хотела. И сама еще пошла. Этот, я как смеялась. Не, сейчас-то уже понятно, смешно. Смылись в раковине, сели. Да, еще был бы парень, который подарочки дарит. Вообще прекрасно было. Они сказки рассказывают. Я бы попросила. Но я не могу вам подсказать по поводу уколов, потому что это все индивидуально, уколов и лекарств. Вы должны сначала сходить к врачу. Я не знаю, как открывать сифон. Вас не смущает, что я девочка? Я и так, блин, и крашу, и этот, скажите мне, что там, гвозди прибиваю, забиваю, ремонтирую, но не до такой же степени откручивать сифон. Догонит и еще подарит сказок. Да, мне даже водитель такси сказал сегодня, девочка. Слушайте, заводят животных. Вы кого хотите себе в дом, можете заводить. А я хочу заботливого, любящего, не сказочника. Ой, иди нахуй, покупка, блядь. Я не могу понять, что сегодня этот... Кащенко Wi-Fi дали. Так мило в первом эфире общались. Что случилось? Зачем началась эта грязь? Здорово. Спасибо. А в ЦУМе дисконте в этого Фимоля. Ой. Я выборочно, конечно, отвечаю на вопрос. Потому что уже сил нету на одно и то же отвечать. И я сказала, что насчет блока и того, кто туда будет идти. Нет, курить я не пробовала. Конечно, я была в Ставрополе. Я агрессивная, потому что много долбоёбов в моей жизни. Только вы от меня агрессию не видите. Новогоднее настроение. Маме подарок. Я купила ей билет домой и даю ей денежку, чтобы она поехала, побыла дома, поехала к друзьям в Армавир. Мама, я тебя разбудила? Мамуля, вызови сантехника еще раз. Пусть он открутит сифон в первом этом туалете. И может там Сережка еще не смылась. Ну, мне сказали, что там она должна остаться. Мам, не слышу вообще ничего.
Ну да. Ну, не, я не говорю, что срочно, просто тебе. Ну, говорю, что это. Я ж не говорю сейчас. А, Руслан сегодня работает? А, ну завтра давай. Не, давай Руслана, чтоб не надо других. Он уже знает все эти. Давай, ему. Да, еще могут такими губами, таких как ты, гандонов и ублюдков по жизни посылать. Потому что наличие хуя между ног делает тебя не мужиком, а полной хуйней, который только и может сидеть и строчить девочки. Вот твой максимум. Да, вы знаете, проколы на ушках, слава богу, зажили. Спасибо. Сегодня буду делать френч, потому что мне надо под образ. И в Минводах была. Серега когда упала? Позавчера утром. Да, позавчера. Есть куртка? Что? Я вся мокрая, есть куртка у тебя? Привет. Кристина. Я слепаю. На работе Новый год. И в Махачкале была. Да, мне кажется, сейчас этот самое актуально продавать зонты. Вы знаете, микродермал на шее, слава богу, не выпадает. Выпадает вот это. Выпадало сердечко и выпадал на лице. И в Черкесске была. Я много где была. А это наша не основная, это второй санузел. То есть как бы особо там вода и не включается, только руки помыть. И то, ну, все основное в той ванне в большой. Я не могу советовать пилинги, не делаю. И в Нальчике была. Отдых, блин, это очень круто. Очень-очень хочется на море на самом деле. Но пока много работы. Это то же самое, что, вы знаете, можете посоветовать мне рожать мальчика или девочку. Но вы должны сами определиться, кто вам нужен. И даже не так, когда вы увидите, знаете, собака выбирает человека, а не человек выбирает собаку. Вот, когда вы увидите, вы поймете, что ваше или не ваше. Ну, а если как бы брать поверхностно, то я сучек дома не признаю. Не признавала до Анечки, до появления. И то я это делала для Тишеньки, для его спокойствия. Вот, ну, как видите, я могу взять миллиард собак. Не только из приюта, если бы у меня был свой большой дом. И если бы у меня отдельно был изолирован Атя. Вот, так как у нас очень трепетный мужчина, я хочу на море, больше никуда не хочу, никакие снега,
Здесь хорошо, прекрасно, но я хочу просто тупо лечь звездочкой на солнце. И чтобы меня не трогали. Да, для Ати вышло неспокойно. И... Бедная Атя. На работе? Нет. Ну, слушайте, кто к нам приходит, они уже как бы наши регулярные, частые гости. А кто совершенно случайно, ну, там, первый раз, но они знают. Вот поэтому особо не могу даже сказать, что нет, не подходит. Ну, слушайте, у меня проблем никаких нету. Я же еще раз говорю, зачем вы на меня это все перекидываете? Что значит, какие проблемы езжали? Как только у меня будет возможность, когда я буду располагать временем, я обязательно поеду. Производство не мое. Я и био делала для лица, и мезо. Я делала все, наверное, все, что есть. Вот, я все это делала. Если говорить об увлажнении и от высыпания, мне нравятся другие процедуры и уходы. Это правда, да, что сносят территорию сыроварни, но где у нас шоурум, у нас мы относимся к Кутузовскому проспекту, мы под снос не идем. Но мы в любом случае оттуда съедем, потому что надо расширяться. И так уже нигде ничего не помещается. Где со мной знакомиться? Да вы знаете, я уже и не помню, когда я последний раз знакомилась. Ну, вот это вот случайное профайло, да, вот очень шикарный препарат. Случайное знакомство, которое вот так вот получилось, не суть. Это был первый мой последний раз, и больше мне знакомиться не хочется. Кутузовский проспект, 12, строение 6. Сыроварня. Больше всего, когда человек остается человеком. Нет желания у меня знакомиться, я же объясняю. Да, с утра до вечера делаю, хожу уборку. Как без знакомств? Ну, знаете, пока нормально, слава богу. Зато мне никто не выносит мозг, и я целенаправленно занялась работой. Наверное, я переобщалась. Нет у меня, правда, желания. Вот. А нос у меня не сделан. По поводу разных ноздрей, ну, все мы люди, у всех есть симметрия. Так вот, как раз таки, если бы я его сделала, у меня было бы одинаково. Да у меня и так все прекрасно. Слушайте, ну что за... Что значит, я ставлю на себе крест? Ну, как-то прям совсем у меня подписание. Мне что... 50, и я сказала, что все, я останусь одна с собаками. Ну, вроде мне только 32 года, и, наверное, ну, мы месяц как разошлись. Рано, наверное, говорить еще о знакомствах. У меня пока нет желания. Нету парня, нет проблем. Деток, конечно, я хочу. Очень хочу. Но я хочу... от достойного человека, где я буду понимать и знать, даже если не со мной, то хотя бы у ребенка будет отец.
У нас в квартире, у нас есть замечательные соседи сверху. Не знаю, что они делают на выходные. Угу, да, показал всем, распиарился. Но у нас начинается веселье по ночам. Начинается стук каблуков, потом летает мебель, потом оры и крики. И это каждую неделю, каждую. Я не знаю, что у них там правда происходит. Ну, короче, да, вот они нам не этот дерутся, летает мебель, стучат каблуками, хлопаются дверьми. Вот. И, короче, но в течение всей недели все спокойно. Абсолютно спокойно, тишина. То есть мы никого не слышим, никого не видим. А вот с пятницы начинается веселье. Я не знаю, честно, даже кто над нами. Я почему-то думала, что девушка. Я написала заявление. Я один раз пыталась вызвать милицию, потому что я была на работе, и мама поговорила. Ну, мама позвонила, что, ну, творится ужас. Такое ощущение, говорит, что у нас все это в квартире происходит, Атя гавкает. Я на маникюре, а что? Вот, и пока я доехала, все этот, все успокоилось. Но я сказала этот, ну, ребятам на охране, попросила как бы посодействовать, иначе я, ну, действительно пойду сама. Если я пойду сама, зная меня, вот, то, сами понимаете, закончится это плохо, потому что я не знаю, кто там. А меня трогать нельзя вообще, поэтому я туда не лезу. Вот, но вот в течение недели он ходил несколько раз, и никто дверь не открыл. Ну, может, какие-то и были чувства. Ну, слушайте, я тоже неадекватна. Соседи мой эфир посмотрят, перестанут шуметь. Мамочка на Новый год поедет домой. Посмотрите на... Ой, короче, даже не буду опускаться от этого без лица и грязи. А мама поедет домой, на Новый год она будет с сестрой со своей, с племянником. Вот, а потом она очень давно хочет поехать в Армавир к своим близким друзьям. Вот. Потом она поедет к ним. Они каждый год ездят на источники там какие-то. В жопу засуньте чувства. И все. Мама у меня работает. Я подстриглась на той неделе. Уже очень сильно отросла, и я подрезала. Вы шутите по поводу публичного заявления? Их было уже два. Внимательно почитайте посты. Было первое, и потом меня вынудили сделать второе.
Поэтому прежде чем мне тыкать что-то, внимательно надо быть. Волосы свои. Дубленка не коричневая, дубленка бордовая. После какой ситуации разочарован? Мама у меня работает в магазине. Поменять парня. Вот это не надо, короче, сам по себе. Давай. Ну, я не делала липолитики, не колола. Не могу вам на этот счет ничего абсолютно сказать. А вы про то, что как отношения заводить? Да не заводите, без них прекрасно. Да не, нельзя не удержать ни ребенком, ничем. Никем, ничем. Что за глупости? Люди вроде все взрослые. Если человек захотел уйти, то он уйдет. Вот я живой тому пример. И ничем меня, вас и кого-либо не удержать, если действительно вы это решили. На Новый год так же мы были. Я русская. В Саратове не была. В Ейске вы имеете в виду? В Ейске у нас есть дом. И на... Ну, на одном дворе, на территории тетя строит с мужем дом. У нас частный дом. Ну, он старый, правда, уже. Я сколько раз пыталась и настаивала на ремонте. Вот. Но все это откладывалось. То типа времени не было, то куда всем было и поехать. И теперь начали делать, ну, строить новый дом просто на этой же территории. Я вчера спрашивала, мне вчера предложили, предложил косметолог сделать липолитики вот в эту часть, где у меня появилась носогубная полоса. Но она сказала, что это надо делать регулярно, много. Именно вот, ну как-то вот она вот здесь зажала. Ну блин, я не косметолог, я не могу объяснить вам все это. Нет, у меня нету ботокса. На волосах. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо, Ростов. Ну да, сказали, что это немножечко неприятная процедура. На Украине была, сейчас остала удар. Чай как-то. Да как я без косметики? Вы шутите, на мне очень много тонального. Лицо я вчера колола. Естественно, у меня отеки.
плюс ко всему, я в принципе сейчас отекаю. Знаете, есть такое понимание у женщин месячные, когда организм к ним готовится. Ладно, когда мужики это пишут, но когда бабы, ну на самом деле вот просто у вас кроме как раздвигать ногами извилины есть в голове вообще или что-то? Да, я отекаю. Представляете, потому что я очень мало сплю. Встаю рано, ложусь поздно. Организм все-таки такая вещь благодарная. Отдает тебе отдачу не всегда хорошую. Да я быдло, я не грубиянка. Да, что дает гормональный сбой. Надо продолжать, по какой причине бывают еще отеки. Или вы засунете свой яд подальше и заткнетесь. Я не использую никаких средств. У меня волосы от природы густые, держится объем первый день. Ой, идите нахуй. А завтра этого объема даже к вечеру сегодня уже не будет. Мне 32 года. Хочется быть милой, пушистой, а потом пишут грубиянка. В Махачкалу не планирую. В плане внешности все, что я хотела, я уже все изменила. Единственное, что честно говорю, я бы добавила еще объема себе для бедер. Но чтобы мне это сделать, мне надо заново набрать очень много. Вот, а на это я не готова пойти. Нет, в солярий я не хожу, каждый день я голову не мою. Да, у меня на губах перманент. Эстелаудер 2N2. Нити я никогда не хотела, я хотела просто глаза себе, но нити я не планировала. Волосы всю длину окрашиваю раз в полгода, каждые две недели просто корни. Очень хочу в зал, но мне нельзя по своему здоровью. Ферропластику не делала, вот тяну максимально, сколько можно еще. Операцию на косточке тоже еще не сделала. Айфон больше нравится 10, XS Max. Прекрасная форма губ. Ну, занимайтесь собой. Раз надо перебарывать. Подождите, пожалуйста, мне сообщение написали. Сейчас я прочту. Да, я меня этот еще звук меня прибивает. Так, посмотри, где ты хочешь добить зиму, короче. Давай? Да. Я глаза, да. У мамы нет половины. Но пока еще отек.
Реально, здесь синяки, да, здесь отеки. Спасибо большое вам, дай бог, чтобы у вас все сбылось. Белое платье в Fashion Store, а дубленочку, страница отмечена в Инста, я сейчас не вспомню, под какой-то фотографией. У меня нет любимых фильмов, я спокойно. Ну, хотя нет, почему? Я люблю «Унесённые ветром», «Один дома». Там, где и прокалывала. Мне у пирсинга сейчас спросить, зачем он выпадал? Не знаю. Он мне не сказал. Сегодня на мне и нитью. Утром был белый. Когда выходила, кинула в сумку новый черный. Регулярно что делаю? Не поверите, ничего. Регулярно делаю массаж лица. Чистки нерегулярно. Профайла колю. Плазму колю. Хорошо. Но они удовые, они тяжелые. У меня вот, например, Атя начинает очень сильно кашлять, и мама начинает першить у нее горло, а я прям фанатею. Хорошо, я вас услышала, что я была раньше лучше, милее. Хорошо. Подождите, пожалуйста. Мне влюбиться надо. Да, глаза меняются. У меня такое ощущение, что у меня половина Кащенко здесь сидит. Все, что ты принесла вчера в магазин, оно осталось в магазине. То, что я собрала тебе дома, это все дома. Я уже вот сейчас пойду, соберусь, выйду и обязательно влюблюсь. Образ на Новый год, не поверите, первый раз в жизни, мне пофиг. Патлы у тебя, у меня волосы. Шикарные, красивые волосы. Раньше пила успокоительное, сейчас мне все равно. Да, 10 порч навели на нас. Вы угадали. Гирлянда, которую на каждую ветку. 6 метров. Слушайте, ну вы должны заниматься тем, что вам по душе. Как же я могу вам посоветовать? Откуда я знаю? Во-первых, я не знаю ваши желания. Во-вторых, я не знаю ваши финансовые возможности.
Знаете, это первый Новый год, когда мне так все равно. Маленькая, да, она красивая. Нет, вы знаете, большая очень красивая. Большая потрясающей красоты в жизни. Но, блин, вот ей не хватает этих огонечков. Но мне уже лень было ее снимать все игрушки и заново вешать огоньки. Поэтому, да, на удивление... Маленькая победила. Я печальная. Вас не смущает, как бы, что я с 5 утра на ногах? Почему настолько вы привязаны к хуям между ног, как мужикам? У вас не возникает то, что человек может просто устать, что он хочет спать. Я не знаю, что, может, какие-то есть другие вопросы, которые надо решить. Ой, банан шоп, иди ты тоже нахуй, подрядком заебал. Чтоб вы всю жизнь были дотраханные. А я буду делать френч. Очень много лет я его не делала. Я не любитель сидеть так долго, вот это вырисовывать, но мне нужно под образ. Но я не могу сказать, что мне пофиг на Новый год. Нет, я очень держу, я очень хочу этого праздника. Очень хочу этого праздника, я его жду, вот, но именно вот как в подготовке, в плане, как вот я всегда заморочена безумно до образов, у меня в этом году такого нету. Может быть, потому что это связано с этой коллекцией, с этим пошивом. Так я отвечаю. На вкусный плов под образ френч. Вот ебанутая. Взаимно. Идите нахуй тоже отсюда. Keep it classic VIP. Мысли об аборте. А я беременна? О как. Ах да, у меня же 3 месяца уже. Простите. Забыла просто. Настолько легко протекает беременность. А? Спалилась, говорю. Что я даже забываю об этом очень часто. Вот, а вы мне говорите, что у меня адекватная публика. Вот посмотрите, Татьяна Ева Дуб, блядь. Вы себя когда в зеркало последний раз видели, что вы мне говорите, что у меня лицо все хуже и хуже? Тоже нахуй с эфира ушла. Та, которая пишет про аборт. Чем руководствуется женщина или женская особь? На что я вам грубо ответила? Давайте, кто следующая? Черное платье с блестками. Вы о каком платье? Про мое? Нет, они одни не будут. Я их всегда отдаю, чтобы они одни не были. Спасибо большое. Слушайте, вы во мне гинеколога увидели? Или у меня бегущей строкой на лбу написано, что я знаю все о противозачаточных?
Спасибо, девочки, спасибо большое. Новый год на работе. Наверное, просто надо сделать так, что перестать заходить в эфиры, чтобы не выносить и не читать всю эту грязь. А касаемо его эфиров, я еще раз говорю, что оставьте меня, избавьте меня от этой информации, она мне просто не нужна. Те, кто и вашим, и нашим, ну, флаг вам в руки. Вот. Вы можете усираться, убиваться, может, что-нибудь получится. Заметят вас. Меня просто не надо трогать. Вы знаете, грудь – это самая благодарная часть организма. Поэтому, как бы это сейчас ужасно, может быть, с моих уст не звучало, это то место, ну, грудь и матка, когда можно вылечить. Вот, поэтому не переживайте, не расстраивайтесь. Сейчас все это делается, лечится. Поэтому бегом к врачу. И у вас все будет хорошо, ведь Новый год – это желание, надо загадывать, и вот сколько нас там, 1500 человек, поэтому вот представьте, 1500 человек уже попросят то, чтобы у вас все было хорошо со здоровьем и отправят мысли позитивные во Вселенную, поэтому не расстраивайтесь, пожалуйста. А я не увидела ни про туфли, ни про платье, про маникюр. У меня уже скоро язык будет болеть от того, сколько раз я сказала, что будет френч. Вот, поэтому... Да потому что идите вы нахуй! Нет, все как всегда. Если вы хотите что-то заранее, то вы можете также, да, подъехать просто, если вы хотите определенно что-то, чтобы уже стояло на столе. Вот, если нет, то точно так же по меню заказываете. И все. Все в обычном режиме. Куртка из последнего сторис. Серая, что ли? А, сейчас в которой я была. Спасибо большое, вам тоже всего самого наилучшего. Будь здорова! Слушайте, я не позволю как бы никого оскорблять у себя в эфирах. Это первое. Я девочка взрослая. Я прекрасно понимаю вообще и вижу все, что происходит. И поверьте, без ваших комментариев и сообщений мне это объяснять не надо. Но оскорблять, пожалуйста, имейте уважение ко мне. Вот. Я не дам ни произносить ни имен, и ничего-либо. Давайте эта тема будет закрыта. А то, что происходит, ну, давайте в этот... Мы все взрослые люди, кому надо, всем все понятно, видно и очевидно. Вот, и мне, естественно, в первую очередь. Но оскорблять не надо. Еще раз для особо одаренных.
одно имя, фамилия. Вы улетаете в блок. Спасибо большое, спасибо. Подходите, я не кусаюсь. Ну что вы, какие автографы? Я же не знаю, не мисс мира, не звезда. Спасибо большое, вас тоже с наступающим. Мастера, очень много мастеров мне написало, чьи работы мне понравились. Гиалуронки много в губах. Носогубки полегче, но если дотрагиваться, то мало приятно. Что это такое? Биферо. Тяжелую гиалуронку. Не, липолитики не даю колоть. Я тоже не даю колоть. Не даю колоть, хотя меня вчера пытались убедить. Не, там поплывет все лицо. Билатера. Гиалуронку. Ты тоже, да, тетища? Ну, я только вчера проколола. И позавчера ночью. На сослезку и этот, у меня получается, у меня вообще вот эта вся часть, у меня, то есть, все. Фасад. Да, у меня вот эта вся часть, она отекшая. Фасад отекший. Да, а этот мы делали уже? Нет, ты его отпустила, достала. Я что-то зависла. Ну почему? Ой, у нас время полчетвертого. Я не раздаю автограф. Как и номера. Да я не против, просто мне сказали, что ну что это не есть хорошо. Хорошо, я обязательно передам, что Нинулечка в следующий раз не бери такого клиента, как я, который вечно шевелится и... Ну, как он с тобой 3 года справляется? Не, я же больше. Больше. Я же говорю, что не хочу колоть. Ой, блядь, Кристина Федорова, ты прям бедная усралась уже. Приоритет в жизни – работа и финансы. Считайте, что я меркантильная тварь. Спасибо большое, маме передам. Нет, на бровях это тени. Бобби Браун, 18 номер. Я поняла. Не поверишь, я когда зашла не в ту дверь, я тоже уже поймала себя на мысли, а я дату не перепутала. Ногти делаю, мне свой мастер много лет. Спасибо большое. И вам исполнение всех поставленных целей и желаний. Планирую свести одну, а потом уже буду думать. Почему я наглая?
Да нет, какой этот придерживаться, по идее, о чем вы? Да, в моем окружении все армяне, больше никого нет. Да, я русская. Думала перекраситься, но жалко волосы. Уже даже было записано. Но не пошла. Хотя очень хотела поменять образ. А мяти еду. Ай. Я грубая с теми, кто это заслуживает. Просто так я никогда не хамлю, не грублю. Планировала стать шоколадной. Нет, я не в отношениях. Это что-то новенькое. Не знаю. Первый раз слышу. А кто хоть мне угрожает? Спасибо большое. Мамочка хорошо, собачки тоже. Спасибо, спасибо огромное. Девочки, я миллион раз ответила, что мне сказали, что это вредно. Я не могу вам советовать. Вот поэтому я не хочу их колоть. Ну что еще вам сказать? Да я быдло. Пусть кто хочет, где хочет, как хочет, называют меня. Это их право. Нет, нельзя нескромных. Ой, у меня много любимых парфюмов. Нет, нос я не делала. Новая пассия. Мы, о каком бывшем речь? Можно вопрос? И кто-то ходит меня злить в джиме? Я просто не знаю, о каком бывшем речи, о какой пассии тоже. А про то, что там потасовка была, первый раз вообще слышу. Вроде допоздна была. Спасибо большое. Но прежде чем у меня должен быть ребеночек, у меня должен появиться заботливый, любящий, благодарный, отвечающий за свои слова, щедрый мужчина рядом. Прежде чем ребеночек. Спасибо все равно вам.